Ольга Лакеева живет на втором этаже в одном из домов по улице Индустриальная. 10 мая ее квартиру стало заливать сверху. Я все думала, что приедут соседи с 61-й квартиры, и мы тогда туда зайдем. Я позвонила, сходила сюда к консьержу, взяла телефоны, кто там живет, и позвонила. Соседи сверху так и не приехали, а аварийная служба могла предложить только отключить весь стояк. Ольга отказалась, к тому моменту вода уже не текла. Та же проблема повторилась 18 и 31 мая. Соседей снова не было дома. 1 июня квартиру вновь начало заливать. Терпение Ольги лопнуло. Потом звоню я сантехнику и говорю: вы знаете, у меня течет просто без 15-6, у меня просто течет, вот вода каплет, непонятно. Они отключили горячую воду и все. И ждали 61-ю квартиру хозяина. Сотрудники АДС АО ГЖО-4, прибыв после предоставления доступа выше расположенной квартиры, что в дальнейшем мы не могли туда попасть в прошлом, попав в квартиру, обнаружили течь бачка унитаза, что являлось заливом ниже расположенной квартиры. Бачок унитаза является оборудованием индивидуального пользования. Его содержанием должен заниматься собственник. Ответственность за повреждение имущества Ольги ложится на того, кто ее затопил. Жителю предлагается написать заявление о повреждении имущества, на что будет составлен акт для дальнейшего обращения в суд или мирное разбирательство с выше расположенной квартирой. Если вашу квартиру залили, обязательно составьте акт о затоплении. Оцените ущерб и попытайтесь мирно решить проблему. Если это не удается, подавайте иск в суд, рекомендуют специалисты. Кирилл Тридуб, Денис Петров, Первый Мытищинский.